В современном мире велоспорт становится популярнее с каждым годом. Да, так классно нестись по летним дорожкам в беззаботную летнюю пору. А еще лучше поучаствовать в соревновании по велокроссу и прочувствовать все на себе. Как, например, в прошлое воскресенье в парке Сергея Кима стартовали молодые велосипедисты. В рабочем поселке Ленево среди населения Искитимского района проходил велокросс в рамках Всемирного дня велосипедиста. Соревнования проходят уже второй раз, и его собираются делать традиционным. Также велокросс был включен за счет спартакиады педагогов. В состязании приняли участие около 60 велосипедистов. На кросс зарегистрировались как маленькие дети, школьники, так и люди пожилого возраста. В этот день люди из разных населенных пунктов района могли посетить это спортивное мероприятие, ведь проходило оно как открытое. Соревнование включало в себя три дистанции – 500 метров для самых маленьких, 1000 метров и 2000 метров участникам среднего возраста. Участники, заряженные позитивом, отправились вперед к победе. Первые стартуют самые маленькие дети с 3 до 5 лет, дистанция 500 метров. Родители пытаются поддержать своих детей перед стартом, чтобы они не так сильно волновались. Поедешь прямо, не останавливаясь, на всех парах. Давай, 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 ты сможешь. Давай, ты, давай. Прямо, наверное. Давай, кто победит? Кто победит? Кто победит? На финиш! Пошел! 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 Аккуратно! Скорее, 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 скорее! Вставай! Молодец! Давай, давай, до финиша, бегом! Бегом, 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 бегом! Вторыми стартуют учащиеся дистанция 1000 метров. Давай, давай, давай. Ну, на пониженной. Аккуратно, аккуратно. Третий стартует взрослые участники. Дистанция 2000 метров. После заездов состоялось награждение участников в личном зачете грамотами и медалями. Самые юные участники получили сладкие призы. Спорт – это способ бросить вызов себе. Тут всегда идет борьба за самое лучшее место, и нужно постоянно заниматься, чтобы улучшать результаты и спортивную форму. Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших побед и наград!
Говорят, лето холодное будет. Ой, мало что вам говорят, тут меня 23 градуса и устраивает. И люблю идти и париться. Ну, я с тобой согласна. Кстати, Катя, поздравляем тебя с очередным праздником. Ой, я поняла. И тебя поздравляю с днем рождения нашего великого писателя и поэта. Александра Сергеевича Пушкина. Ну, у нас просто настоящая праздничная неделя вышла. А ты знала, что Пушкин одно время очень непродолжительное был журналистом, но журнальное дело не было ему по душе. Ого, то есть он даже в какой-то степени наш коллега? Именно. Маш, а наша передача подошла к концу. Да, время прощаться. Ну что? Увидимся!